Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета от COVID-19. 70% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, 42% прошли полную иммунизацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Крис Ферне. Это позволило властям пойти на ослабление ограничений. С июля отменяется обязательное ношение масок на улице для вакцинированных. В ближайшие дни также предусматривается введение сертификата вакцинации. Первую дозу вакцины получил президент Боливии Луис Арсе. Он привился препаратом «Спутник Ви». После получения прививки 57-летний глава государства выступил с заявлением и продемонстрировал свою справку о вакцинации. 13 мая в стране началась иммунизация лиц старше 50 лет и работников СМИ. Мы призываем население пойти в центры вакцинации, так как мы ведем войну против пандемии. Здесь у нас есть лучшее оружие, и это вакцинация. Центр массовой вакцинации в международном конференц-центре в Осаке открыл свои двери для пожилых жителей Японии. Как ожидается, крупный прививочный центр позволит ускорить процесс вакцинации в этой стране в преддверии Олимпийских игр. В городе Осака планируют каждый день вакцинировать до 2500 человек, а в Токио до 5000. Как ожидается, эти цифры могут быть удвоены уже на следующей неделе. Власти надеются обеспечить иммунизацию 36 миллионов пожилых людей страны к концу июля. Сейчас вакцинированы 6% населения старше 65 лет. Эсмиралиева, CBC.